Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Скайрим. В последней серии мы попали в звезду Азуры, да-да, именно внутрь. Здесь куча магов. Как вы знаете, у меня слабость к магам, я их просто натурально, они меня вырубают. Я даже не знаю, что мне с ними сейчас делать. Поэтому хоть что-нибудь делать да надо, я думаю. Так, ну я думаю, это мне не сильно поможет, потому что враги исключительно сильные. Как я в это ввязался, а? Азура, ты бы мне помогла, что ли? Да, проблемы. Да какое нахрен течение? Так. Да подожди, кто меня еще током? Ну ж такое. Придется лечиться через каждые 5 секунд. Надеюсь, хватит зелий. Потому что других вариантов-то я не вижу особо. У меня есть какая-нибудь защита там от огня, допустим. Даже не знаю. Я одного-то с трудом пилю, вы охренели, что ли? Ой, так. Блин, это будет нелегко. Где ты там, мать твою? Блин, ты посмотри, еще бы вы не пятились, это было бы вообще прикольно, конечно. Блин, они натурально просто не дают мне ничего сделать. Фу, так, давайте-ка сохраняться побыстрее. Иначе нам просто шандец наступит моментальный. Так, что у тебя есть? Сердце Даэдра. Это очень полезная штука, говорят. Поэтому я ее возьму. Кроме того, у тебя, я думаю, то же самое. Сердце Даэдра. Так, сохранимся еще раз, потому что нас сейчас убьют, а мне по новой это все брать неохота. Сердце Даэдра. Сохраняемся. Какой красавчик, да? Блин, здесь их хрен спрячется еще при этом. Так, ты один остался, что ли? Так, ладно. Да уж, дела. Ну, это было, по крайней мере, необычно. Но очень сложно, очень сложно. Это к слову о том, что люди говорят, повысь сложность. Кто-то говорит, понизь сложность. А душа Мейлина навеки отправлена в Обливион. Я доволен тобою, смертное создание. Я тобой не очень доволен. И как и было предначертано, ты можешь использовать мою звезду, как пожелаешь. Мне бы не хотелось. Нет, благодарю. Прощай, смертное создание. И знай, что Азура хранит пути твоей судьбы в сумерках. Да уж. Так, ну чё, Аранья? Во время твоего пребывания в звезде мне было видение. Последнее, как она сказала.
Никогда с тех пор, как мы бежали из Моровинда, я не оставалась без ее провидения. Не знаю, как мне быть дальше. Если нужно, я с радостью буду сопровождать тебя, хранитель звезды. Это даст мне цель в жизни. Что ты умеешь делать? Я была колдуньей, и не самой плохой, прежде чем уверовала в Азуру. С тех пор ее магия питает меня. Мне не составит труда помочь тебе своими заклинаниями, защитить от зла, одолеть твоих врагов. Я не о том, ты кушать, готовить умеешь, там, убираться. Значит, Азура перестала посылать тебе видения? Нет. Она сказала, что моя роль сыграна, что моя судьба отныне за пределами сумерек, сама по себе. Я буду присматривать за святилищем Азуры, пока тебе не понадоблюсь. У меня еще есть дела, но впервые за долгое время мне одиноко. До встречи, хранитель. Ну, пойдем. Да, тогда не будем терять времени. Слушаться меня беспрекословно, поняла? Так, теперь... квест. Священное испытание Кин, это у нас поблизости, чё? Саблезуб страж. Хорошо. Именно туда мы сейчас и двинем. Надо вообще продумать маршрут. Мне сейчас нужно в Солитьюд, по идее. Где он у нас находится? Солитьюд. Это Данстар. Вот Солитьюд. Нет, это Винтерхолд. Давайте по этому посмотрим. Так, это у нас Маркарт. Маркарт у нас слева. Да, вот он. Солитьюд же у нас... Блин, где у нас Солитьюд? Вот он. То есть, чтобы туда попасть, мне нужно, да, хренище пилить? Или нет? Блин, где это вообще? То ли карта как-то под непонятным углом повернулась, то ли что? Ну да, карта под непонятным углом повернулась. Ну, в принципе, я думаю, сейчас мы убьем тогда вот этого стража. Потом зайдем опять на Иневый маяк, кинем туда останки прах погибших людей, потом отнесем рукоять вот сюда, и потом уже двинем в Солитьюд. Такой вот у нас план действий. Так, а ты пойдешь пешком? А ты как думала? Лошадь, она для хозяев, а слуги у нас бегают пешком. Смотри, не отставай там. Тихо, не ругайся. Это была случайность. Барашка. Так, где-то здесь. Здесь я, кстати, еще ни разу не был. Поэтому могу на что-нибудь напороться. Ты кто такой? А, ты Барт. Только вдохни этот свежий воздух. Воистину, отличное место для песни. Ну, Барт так Барт. Что ж поделаешь. Так, ладно, где-то у нас довольно далеко. Ага, мать дымок. Где-то здесь, мать дымок. Но я не горю желанием, честно говоря, с ней воевать. Оп, тихо. Еще между льдинами провалиться не хватало. Так, морж.
Ты агрессивен? Нет. Ой, 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 не падай, не падай. Ай, 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 ай. Уф, чуть не убился. Так, только как мне отсюда теперь выбраться? Чуть не шибзнулся вниз. Это было бы печально. Но тем не менее, как мне, как же мне туда попасть? Это ты все-таки, что ли? Да не может быть. Молодец, смотри, какая она способная, да, у нас? Все-таки, похоже, мне вниз надо спускаться, что ли? Чего бы мне очень не хотелось, конечно. Так, ну давайте, мать дымок, вылезайте, что ли, матушка. Раз уж попались под руку. Так, а где хозяйка? Вот она. Смотри, какая некрасивая, да? Ты смотри, а это магичка на самом деле. Как тебя зовут? Я даже забыл. А ранее? Действительно мощная. Это радует. Так, ну что тут я смогу? Вот так вот. Так вот. И вот так вот. Так, ребятушки, я не желаю вам зла. А, нет, я желаю вам зла, потому что я вижу там сундук. Гринпис не одобряет. Так. Золото и бонит. Хорошо. Подожди. Я думал, это твой от ранах. Какого хрена происходит? Так, один готов. Хорошо. А что нам еще тут может пригодиться? Я, честно говоря, затрудняюсь искать земли. По большей части дикие, но я вижу какую-то пещеру. Давай. Жги. Так, хорошо. Что у нас в этой пещере? Не могу, тянет меня на всякие пещеры. Постоянно куда-нибудь дозабреду. Так, а где вход? Вход у нас прямо снизу. Пещера Холодный берег. Да, но места натурально, конечно, суровые. А, и судя по всему, там ничего хорошего-то. Подожди. Это... Я не понял, что отнимал мое здоровье? Это было странно. Я даже подумал, может, меня холодом как-то шарашит. Ну, вроде как нет. Так, ну кто у нас тут может водиться? Тут беда прямо в воздухе висит. И не говоря ранее. Я думаю, здесь будут ледяные привидения. Или тролли. Давай, шараш.
Так, давай. Ну-ка, покажи нам магию. Вот так, отлично. Каджит. Сапожки. Главный убор такой, конечно, необычный. Ладно, там у него кошелек, не будем его собирать, пожалуй. Так, ну. Этот неплохо пировали, похоже. Прям-таки вмерз. Это такая, по-моему, отсылка к Звездным Войнам 6-му эпизоду, там в начале, помните? Натурально, или к 5-му. На каком они там на охоте дрались? Когда там Люк Скайуокера, снежный, как их там звали, банты. Поймали и подвесили. Вмерзли у него ноги в лед. Он также вверх ногами висел. Так, и чё? И всё, что ли? Похоже, что да. Так, давайте-ка проверим на всякий пожарный. Ничего я тут хорошего у него не упустил. Может, тут дорога дальше идет, а там какая-нибудь... Вот, допустим, такая. А я там шары долблю, допустим. Ой, что-то я утомился, уже даже прятаться забываю. Но это все, похоже, тупик, да? Бандит, панкуша какая-то. Так, ладно, выходим отсюда. Хорошо. Отлично. Супер. Пещеры. Интересно, что там внизу. Ранее мы только что там были, не тупи, пожалуйста. Так, ладно. Винтерхолд. Та еще дыра. Я думаю, по берегу пройдем до него. Посмотрим, что тут есть интересного. Ну, не совсем по берегу. Как-то так, короче. Вон он. Громада эта магической школы. Так, а это что там такое? Давайте-ка замочим ножки. И разведаем, что это там. Тихо, вот только волков не хватало. Оп! Это что такое? Кто это тут у нас обитает? Похоже, пусто. Глянь-ка сюда. Кто у нас тут герой? Ты посмотри, какой сильный. Так, а ранее где такая нужна? Так, успокоилась. Да хватит мне своим щитом долбить. А ранее. А ранее, похоже, болт забило. Говорит, убегаешь от меня постоянно. Обиделась, видимо. Темнота. Так, я не понял. А кто где? Ну вот одна, или один, или одна.
Короче говоря, тут снизу делать-то особо нечего, если только тут какой-нибудь... Блин, народ, вы чё прячетесь от меня? Подожди, я чё, проваливаюсь сквозь лесенку? Нет, нормально. Так, ладно, пора заканчивать, чё-то тут скучно. Оп, лучники. Так, давай. Но. Да, морозные земли. Снежный волк. Чего вы награбили-то хоть? Стоило вообще к вам сюда суваться, нет? Ну, в принципе, неплохо. В принципе, самое оно. Нормально, так что. Переночуем давайте до утра, а то вообще нифига не видно. Заодно отдохнем. Хорошо. И ты заодно появилась. А то мне одному уже скучно ходить. Так, это просто айсберг притерло, похоже. А я думал, это какое-то, я не знаю, строение, что ли. Ну ладно, давайте-ка мы тогда... отправимся к иневому маяку. Там нам нужно возложить прах. Костер. И таким образом уже закончить со всем этим. Хорошо, лошадка моя. Так, поднимаемся сюда. Интересно, что там внизу? Ну вот где-то пещеру увидела. Это же не пещера. Какая же это тебе пещера? Аранья. Где у нас вход? А вход у нас вот. Пошёль. Так, ключ Хабда. Корусы, похоже, внизу опять завелись, но я их по-новому вырезать не буду. Какой смысл? Уже успели отреспауниться, понимаешь. Все, останки Хабда удалено, отдых моряка добавлено. Проявили последние почести. Оказали, в общем, местным жителям. И, в принципе, на этом, я думаю, мы завершим эту серию, потому что меня поджимает маленькое время. В следующей будем разбираться, что будет следующее. Но я думаю, к игре вернусь денька через 3. Так что увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.